Хоккеисты «Северстали» выиграли последний предсезонный турнир в Донецке. Одержав 3 победы в 4 матчах, череповчане завоевали главный приз и в отличном настроении уже на следующий день после возвращения из Украины отправились на встречу со своими болельщиками. Каждый год формат этого предсезонного мероприятия меняется. На этот раз было решено провести открытую тренировку. Это была первая встреча болельщиков со своими любимцами. Так получилось, что до начала сезона «Северсталь» не сыграла на своем льду ни одного матча. И чемпионат тоже начнет в гостях. Пока рано говорить, насколько готова команда. Я думаю, первые 5 матчей покажут более четкую картину. То, что мы даже выиграли турнир сейчас, это ни о чем не говорит. Я думаю, первые 5 матчей все покажут. Поездка и вот эти домашние матчи, последних уже будет ясно, в каком мы состоянии находимся, в чем нам нужно добавлять. Евгений Кетов вступает в сезон в новом статусе. Теперь он не просто капитан команды, но и действующий чемпион мира. Череповцы ждали, что летом Евгений привезет наш город Кубок чемпионов мира. Но на этот раз не получилось. Мне всего на 3 дня давали, я его возил к себе на родину. Я думаю, Вадим выиграет, привезет и сюда его. У меня просто не хватило бы времени сюда приехать. Евгений Кетов первым попал в окружение болельщиков после окончания тренировки. Впрочем, длительную фотосессию и автограф-сессию пришлось выдержать всем хоккеистам «Северстали». Пока это всенародная любовь, аванс на будущее. Далее многое будет зависеть от игры команды в чемпионате КХЛ. Победа в Донецке вселила оптимизм. Пока самым мощным усилением «Северстали» видится защитник Александр Рязанцев, обладатель самого сильного броска в мире. В контрольных матчах забросил ворота соперников череповецкой команды больше всех шайб. Он точно не просто готов к сезону, а полон сил и желания бороться вместе с «Северсталью» за высокие места. Пока задачи, вот я не знаю, будет, наверное, какое-то собрание, там скажут, какие задачи на сезон сейчас, да? Я думаю, попасть в плей-офф – это минимум. А там максимум, там одному богу только известно. Чемпионат КХЛ стартует уже 4 сентября. «Северсталь» свой первый матч проведет на выезде. 6 сентября в Казани череповецкая команда сразится с «Акбарсом». Первая игра в Череповце запланирована на 13 сентября. В этот день состоится и первая в сезоне прямая трансляция на канале 12. Игры «Северстали» теперь смогут смотреть также и в Вологде на канале ТВ-7.